Что такое вот эти световые столбы? Это в буквальном смысле слова силовые линии нашего магнитного поля Земли. И они настолько, скажем, аномально изменены, что по ним, по вот этим силовым линиям, в буквальном смысле слова, входит космическое излучение. И взаимодействуя с молекулами воздуха, окрашивает вот эти столбы световые в различные цвета. Когда они яркие, белые, синие, это печаль, что они вообще есть, и в множестве, и все больше и больше их наблюдают. Но это еще куда ни шло. Но то, что появляются красные оттенки, буквально красные цвета, это говорит о том, что уже кислород горит, и уже все намного серьезнее, и излучение намного жестче. А это говорит о том, что все чаще и больше возникают аномальные зоны с нашим магнитным полем, раз на силовых линиях возникают вот такие проблемы. Это печально, друзья. Это не восхищает, это очень пугает.